Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник. И сегодня вы узнаете, как продвигать свой канал и свои видео с помощью такой функции YouTube, как InVideo. Для того, чтобы установить эту настройку, нам нужно зайти в настройки канала. И здесь, с левой стороны в колонке, мы выбираем размещение рекламы InVideo. YouTube нам подсказывает, два окна выдает. Первое – это продвигать канал, и второе – продвигать видео. Начнем с канала. Как видите, здесь уже стоит мой аватар. Это настройки по умолчанию. Если вы продвигаете себя, то как раз это и будет ваше фото. Также вы можете установить свое изображение. Если вы нажмете на ссылку, то здесь вы сможете прочесть, каким требованиям должно соответствовать изображение. Потом нажмете «Выбрать файл» и загрузите картинку. Я этого делать не буду. Далее мы можем выбрать позицию, где будет находиться наше изображение. Слева вверху, справа вверху, слева внизу и справа внизу. Вот справа внизу я и установлю. Далее мы должны выбрать время отображения. Нам предлагается на выбор в конце видео, в заданный момент и все время. Я предлагаю все-таки выбрать в заданный момент, потому что все время, если на протяжении всего видео будет висеть ваш аватар, это будет отвлекать и раздражать. Поэтому выберем в заданный момент. Время начала нужно задать. Давайте выберем 30 секунд сначала, потому что если видеоролик короткий, то ваше изображение не успеет показаться на видео. Далее продолжительность. Мы можем выбрать 10 или 15 секунд. Сохраняем. Теперь перейдем к продвижению видео. Нажимаем на кнопку. И нам предлагается на выбор установить самое новое видео, то есть последнее из загруженных, или выбрать видео. Давайте выберем какое-нибудь видео и нажмем «Сохранить». Теперь то же самое мы можем изменить настройки, выбрать позицию. Справа внизу мы уже не можем. Давайте поставим справа вверху. Вот так. И теперь нам нужно установить время отображения. Предлагаю поставить в конце видео. В течение 15 секунд. Сохраняем. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Для этого нам нужно посмотреть любое видео. Заходим в менеджер видео. И открываем любое. Проверяем, что у нас получилось в итоге. Как видите, на 31 секунде уже стоит аватар канала. То есть при нажатии на этот аватар вы попадете на главную страницу вашего канала. То же самое случится, когда появится видео. При нажатии на видео происходит переход на просмотр этого видео. Давайте проверим. Вот так это происходит. Продвигайте свои видео с помощью функции InVideo. Понравилось видео, нажмите лайк. Если вам нравятся мои видео, подпишитесь на канал. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч!